Сибирский лес – национальное богатство России. Сегодня лесная отрасль играет важную роль в экономике нашей страны. Иркутская область, поселок Новая Игирма. Здесь, в 300 километрах от Братска, расположены заводы русской лесной группы. Их основная специализация – глубокая переработка элитных хвойных пород – ангарской сосны и сибирской лиственницы. Продукция русской лесной группы широко представлена в Европе, в странах СНГ, а также в Китае и Японии. Годовой объем переработки составляет более 1 миллиона кубометров сырья. Держать марку при таких масштабах непросто. Все звенья производственной цепочки должны работать четко и без сбоев. Именно поэтому выбору техники здесь уделяют особое внимание. Вот уже 8 лет русская лесная группа отдает предпочтение технике Volvo. Они закрывают весь объем работ по нижнему складу. Это разгрузка, сортировка, штабелевка, подача на лесопиление. Техника Volvo полностью оправдала наши ожидания, причем подтвердила это в конкуренции с лучшими образцами другой техники, которые иногда пробовали завозить сюда. На наш взгляд, это лучшая техника для работы на нижних складах, погрузчики, лесоштабелеры. На заводах организован трехсменный режим работы. Операторы меняются, а техника в работе круглосуточно. При этом некоторые машины работают непрерывно уже несколько лет. Погрузчики Volvo такую производительность выдерживают и выдают максимальный КПД при минимальных простоях. Техника выносливая, моторесурс у нее огромный. Работают у нас все погрузчики с 2008 года. Нареканий к ним с нашей технической службы практически нет. Есть техническое обслуживание, которое подразумевает под собой замену масел, фильтров, расходных материалов. Отдельное место в парке техники занимают погрузчики Volvo L180H High Lift. Модель разработана для работы с пиловочником. Ее универсальность в разы повышает производительность работы, а специальная конструкция позволяет формировать более высокий штабель, что экономит место на складе сырья. Мы приобрели два хайлифта, которых было мало очень. Они себя тоже зарекомендовали очень хорошо. То есть раньше это делали у нас манипуляторы. Теперь одна Volvo может и бревно перевернуть, и на сортировке помочь, и штабель заштабелевать. Я на Volvo работаю 5 лет уже. Машина хорошая, она удобная в управлении, маневренная. Зимой тепло, летом прохладно, хорошо все. Комфортная машина. Все удобно сделано, все расположение, управление техникой. Все удобно, продумано сделано. Рулевое управление тоже откликается, но она хорошо откликается вообще на управление. Сервисное обслуживание техники Volvo производит Ferronordic Машины, официальный дилер Volvo Construction Equipment в России. С появлением компании Ferronordic очень изменилась в лучшую сторону сервисная работа. Работа по доставке запчастей была расширена, программы различные, предоставления основных агрегатов. Компания Ferronordic удовлетворяет все наши потребности, все, решает все наши вопросы, которые нам необходимы. Часть работы ТО производим сами. Серьезные работы, которые требуют более серьезной квалификации механиков, привлекаем Ferronordic. На сегодняшний день наработка 41, где-то 42 тысячи. На этот период мы где-то около 20 тысяч предварительный капремонт сделали двигателей. Двигателя ходят, коробки ходят. Конечно, есть нюансы по мелочи, но в общем сказать, машина очень хорошая. Сибирский лес сегодня востребован и приобретает важное экономическое значение. В этой ситуации важно не сбавлять бизнес-обороты и постоянно повышать эффективность производственных процессов. И для этого у ЗАО ЛДК «Игирма» имеется все необходимое. Востребованный продукт, опытная команда, надежная техника и профессиональные партнеры.